Победители и призеры 3-го молодежного форума «Иволга-2015» горят энтузиазмом. Время реализовывать проекты, отмеченные на конкурсе. В этом году существенная часть молодежных идей носила характер социальный. Проект помощи бездомным, который уже с весны реализуется в Тольятти, хотят развивать дальше. Помимо предоставления пищи, одежды, юридической и психологической помощи людям, оказавшимся на улице, планируется и проект трудоустройства. 40% бездомных – это люди, которые оказались на улице, потому что их выгнали жены, мужья. 20-25% – это мошеннические действия. А мы предлагаем сделать некий центр, такой по типу социальной деревни. Ну, деревня – это значит, что они там где-то там непонятно в лесу живет. Нет. Где они могут, временно размещаться, то есть проживать, работать, то есть прямо там развернуть какие-то предприятия, вовлечь туда бизнес. Идея реализации частно-государственного партнерства такого рода заинтересовала экспертов форума. Но это перспектива, а уже в ближайшее время в Самаре может появиться другой центр помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Для воплощения этого проекта участников форума в городе подыщет подходящее помещение. Всего жюри отметило более 50 проектов, причем в лидеры вырвалась Самарская область и по количеству, и по качеству идей. Конкурсный отбор происходит, исходя из содержания тех или иных проектов, которые представлены нашей молодежной аудитории. То, что фактически Самарская область во всех сменах молодежного форума «Иволга» победила, это говорит о том, что проекты максимально проработаны, они очень интересны. Проекты молодых ученых находят поддержку и после «Иволги». Студенты Айракоса на форуме представили проект разгонного блока для наноспутников. Блоков такого рода в России еще не производят. Уже после форума проект получил поддержку от главы региона Николая Ивановича Меркушкина. Средства на реализацию разработки 5 миллионов рублей было решено выделить из резервного фонда. Все движение спутников – это очень сложная и такая объемная вещь. То есть вокруг Земли вращается очень маленькое тело. И разгонный блок позволяет нам менять орбиту, по которой он вращается. Подготовка к «Иволге-2016» начинается уже сейчас. А ответственность по контролю за реализацией проектов победителей возложена на дирекцию форума. Марина Кравцова, Артем Сулейманов. События.